Потому что мы знаем, что красота не в совершенстве, а красота в работе над тем, чтобы добиться и приблизиться к своей мечте, к своей фатаморгане. Мы воспеваем труд, праведный труд во всех его проявлениях. Человек, который возделывает землю, человек, который честно пишет стихи, человек, честный юрист или адвокат, честная воспитательница, честный... Все профессии хороши, все профессии прекрасны. Если человек честно трудится, у него нет времени на то, чтобы воровать. У него нет времени на то, чтобы что-то отжимать, что-то пиздить, чтобы кому-то врать. И, конечно же, у него нет времени на то, чтобы... И ему не нужно забирать чужое. Потому что человеческого труда хватает на то, чтобы прокормить себя, прокормить свою семью, чтобы что-то создать прекрасное, чтобы сделать что-то хорошее. Поэтому мы ненавидим тех людей, которые живут по каким-то древним и совершенно ненужным законам. Мы ненавидим тех, кто хочет напасть, кто хочет забрать. Мы ненавидим всех этих разбойников, которые, блядь, хочет из себя каких-то воинов, играют в сафари и охотятся на живых людей. Пошли они все нахуй, пошли они в пизду. Они долго не проживут. Когда нам говорят, вот вы ругаете власть одних, поддерживаете власть других, еще что-то, много что-то говорится. Мы Брута! Мы белорусско-украинская бригада творческого террора. Здесь ребята из Беларуси вместе с нашими братьями с Украины. Петя, СВФ. Вы все наши друзья, мы здесь все вместе для того, чтобы что-то делать хорошее. Но иногда нам приходится превращаться в диких, необузданных зверей. Только тогда, когда нам нужно защищать свое, когда нам нужно защищать свои семьи, свой дом, своих родных и близких. Поэтому да здравствует и пусть живет в веках подвиг воина-защитника, воина, который бережет землю. И пошел нахуй! Воин, который пришел защищать свое. Он не воин, он простой разбойник, он пидорас.